Ну, мы надеемся найти клад. Мимо этого проходить нельзя. То есть это параллельный потайной мир. Если я приехал в какой-то город и не спустился под землю, не осмотрел его подземную часть, это все равно, что я не был в городе. Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Даниил Давыдов и Денис Мурушкин, блогеры, диггеры. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А для тех, кто не знает, что такое диггерство, давайте вкратце расскажем, чем вы занимаетесь. Ну, диггер – это слово, которое происходит от глагола «to dig» английского, то есть связано с раскопками. А раскопками у нас занимаются археологи. Путем вскрытия грунта они обнаруживают старинные артефакты или, может быть, какие-то старинные сооружения, по которым они детализируют историю. И вот, в принципе, сегодня диггер – это такой подземщик, который спускается под землю, и не всегда понятно зачем. А вообще диггерство уходит своими корнями еще в дореволюционное время, когда первые археологи, члены императорского археологического общества, ставили задачу исследовать древние рукотворные подземелья крупных городов. Вот оттуда и пошло диггерство. Поэтому диггерство имеет научный фундамент, в отличие, например, от руфинга или зацепинга, потому что часто ко мне обращаются журналисты и говорят, у нас программа про экстремалов. Мы уже сняли руферов, которые по крышам лазят, зацеперов, которые цепляются к поездам, и теперь хотим снять про диггеров. Я говорю, извините, я к вам не приеду. Они говорят, почему? Я говорю, потому что диггерство – это не то же самое, что руфинг и зацепинг. Как раз вот по этой причине, что все-таки корни уходят в научную сферу. Даниил, вы блогер, который лазит только по Москве или в других городах тоже? Нет, конечно, я спускаюсь в подземелья в других городах. И после того, как я стал заниматься видеоблогом, это произошло недавно, чуть меньше 2 лет назад, к счастью, у меня появилось много подписчиков, которые разделяют со мной мои интересы. Это историки, это подземные исследователи, поэтому я с удовольствием езжу по России, спускаюсь в подземелья. Я с удовольствием еду за границу, ну, когда была такая возможность, правда, тогда я еще не вел видеоблог, и спускаюсь в европейские подземелья, потому что все-таки каменное зодчество к нам приходит из Европы в позднее Средневековье, и очень много технических изобретений мы тоже заимствовали в Европе. И, в принципе, для меня даже стало уже так, что если я приехал в какой-то город и не спустился под землю, не осмотрел его подземную часть, это все равно, что я не был в городе, потому что я не прикоснулся к корням истории этого города. А как два диггера познакомились? Ну, все произошло случайно. Вот, поскольку я тоже заинтересован этими всеми историческими вещами, подземельями, потому что вся история найдет из корней и в корни уходит. Я также завел свой YouTube-канал, который в Рязани знает как History TV. Компьютер, телефон сам при поиске различных исторических фактов, видеороликов, он автоматически набрасывает на какие-то другие видеоролики подобных людей, кто этим занимается. Таким образом, я наткнулся по счастливой случайности на канал диггера Даниила Давыдова. Вот, просмотрел очень большое количество достаточно видеоматериала, который делает Данил. Вот, и думаю, да, я напишу человеку, который действительно грамотно в этом все знает и в этом хорошо разбирается. Вдруг какая-то будет интересная связь, и как бы от этого какая-то польза будет в будущем. Я написал, и на удивление Данил откликнулся. Вот, да, он пошел навстречу. Мы как бы в Москве встретились в этом году, в феврале месяце, по-моему, да, Данил? Вот, я был приятно удивлен этой встрече. И договорились о встрече в Рязани уже весной. Собственно, мы вот здесь сегодня и будем сегодня изучать подземную составляющую Рязани. То есть вот такая была интересная встреча, и так вот легко, непринужденно мы познакомились. Очень важен обмен опытом, потому что коренной житель Рязани знает о своем городе несоизмеримо больше, чем, допустим, я, приезжающий историк из Москвы, могу узнать о Рязани. Здесь происходит так, что точно так же, как, скажем, дедушка какого-то человека, который прошел Великую Отечественную войну, расскажет своему внуку намного больше, чем он сможет рассказать постороннему человеку. И поэтому нам важно общаться между собой, делиться подземным опытом, историческим опытом. И только вместе мы силы. Ну, я имею в виду вообще объединившиеся специалисты.
Вы в Рязани уже день, уже успели куда-то слазить или только планируете? Пока только планируем. Вот у нас сегодня культурная программа, прогулка по Рязанскому Кремлю, а после этого мы спустимся в подземелье, и Денис обещал сегодня показать речку Лыбедь, которая служила когда-то защитой при наступлении на Кремль, потому что большинство кремлей старых крепостей строились в сходных топографических условиях рельефа. Если в Москве Кремль защищали Москва, река и Неглинка, то здесь, как я понимаю, Лыбедь и Трубеж. Да. Денис, каким коллектором пройдете? Какой маршрут? Значит, длина нашей экспедиции составит 2,2 километра. Мы пройдем по самому длинному рукаву реки Лыбедь от Кремлевского вала до улицы Яхонтова, до первого автотранспортного училища. Вот. По дороге у нас будет, значит, сопутствовать интересные факты, артефакты, события. Там даже ухват остался с прошлогодних наших путешествий. И, возможно, встретим опять же семейство летучих мышей. Данил удивился, да, когда я сказал про летучих мышей в коллекторе. Я когда их увидел, сам не поверил. Вот, все мы это хотим увидеть. Я надеюсь, увидим. И обязательно все это дело людям покажем, об этом расскажем. Какая подготовка перед погружением будет? Ну, это стандартный набор снаряжения, костюмы, водонепроницаемые по грудь. Вдруг у нас на пути будут подземные ямы, в которые нам придется погружаться глубоко. Это, конечно, каски, мощные фонари. И веревочную лесенку я привез на всякий случай. Обязательно. Куда ж специалист без веревочной лесенки? Да, вдруг скопы нету или там лесенку оторвало подземным потоком. Потому что в конце рукава подземного коллектора реки Лыбедь высота люка, через который мы будем выбираться на поверхность, составляет более 3,5 метров. То есть, как бы, выбираться по бетонной конструкции – это травмоопасно, и кому это надо, зачем? И мы вот благодаря Даниле позвонил, и вот он из Москвы привез специальную лесенку, которая нам поможет осуществить это интересное путешествие. Небольшое лирическое отступление. Вы будете снизу забрасывать или вам сверху ее спустят? Как? Мы забросим человека наверх. Василия, с нами Василий пойдет. Мы его наверх выбросим, он нам лестницу прицепит. И потом мы по лестнике выберемся на поверхность. А почему был выбран именно этот коллектор? Ну, потому что река Лыбедь, она легла в основу образования града Рязанского Переославля, основанная в 1095 году. Ярославом Стаславовичем, это правнук Владимира Ясолнышко, который также при слиянии двух рек, Лыбедь и Трубежа, основал Переославль Киевский, да, Киев, город Киев. Поэтому Рязань легла в основу, именно взяла, точнее, пример с Киева, и эта река лежит в основе, в историческом ключе, и эта река действительно во внимание всех людей, тем более рязанцев, чтобы эту реку знали, любили, потому что люди, проходящие по Право-Лыбедскому бульвару и по Лево-Лыбедскому бульвару, идут и даже не знают о том, что у них под ногами на глубине 5-7 метров находится интересная древняя река, которая берет на свое начало с основания города Переославля, еще Рязанского. Поэтому лучше коллектора, по которому можно пройтись, прогуляться, отправиться в экспедицию по городу, я не вижу. Тем более, она берет начало от своих исторических корней и находится возле Рязанского Кремля. Подземные реки чаще всего у человека неподготовленного, обычного горожанина, ассоциируются с канализацией. Ну, так уж нас научили. Что может течь под землей в каком-то тоннеле? Конечно, канализация. На самом деле, кроме канализации, под землю опускают еще и реки. Вот эти реки, они подчас старше самих городов. Бывает, что они убраны в современные, подземные, невидимые для горожанина русла. Но, тем не менее, летописные упоминания об этих реках могут относиться к 15, 14, 12 веку. Это иголка, которой ты прокалываешь времена и эпохи, прикасаясь вот к этой подземной воде. То есть, осознавая, что первые летописные упоминания там относятся еще, может быть, к Средневековью, ты прикасаешься к этой воде и понимаешь, что вот она речка, она течет в другом русле, но она до сих пор жива, именно она послужила основанию города. Это удивительное чувство. Такой стандартный общий вопрос, но не могу не спросить все-таки, что классного в диггерстве? Ну, мы надеемся найти клад, библиотеку Ивана Грозного или, может быть, какие-то сокровища в подземной Рязани. Но мне пока не повезло, не знаю, как Денису. Находим, мы в основном не находим материальных ценностей, но за исключением иногда человеческих останков из древних некрополей, иногда каких-то фрагментов керамики. Ну, действительно, часто спрашивают, вы что, клад хотите там найти? Это совершенно другая область кладоискательства.
и гробокопательство. И мы, диггеры, никакого отношения к этому не имеем. Абсолютно. Шутка была, конечно. Ну, а на самом-то деле, что действительно, если не клад, то что? Ну, дело в том, что каждый город уходит своими корнями под землю. Это и старые фундаменты 17-18 века, а может быть и более древние. Ряд городов, вот у нас в средней полосе России таких мало, у нас все-таки преобладали лесные массивы, поэтому логичным строительным материалом у нас и оставалась древесина долгое время. А, например, на территории Италии, или вообще на территории, если еще раньше шагнуть, на территории Древнеримской империи, строительная древесина отсутствовала, поэтому была чрезвычайно дорогой. Там оставались горные выработки, вот пустоты, оставшиеся как побочный продукт на месте извлечения породы полезных ископаемых. Это знаменитые парижские катакомбы, это знаменитые римские катакомбы. Это подземные выработки, которые расположены в большинстве итальянских и французских городов. Точно так же мы можем отправиться в Керчь. И в Керчи тоже добывали этот, так, как его называли, ракушняк, ракушечный известняк. И потом эти каменоломни участвовали и в событиях революционных Первой мировой войны, Второй мировой войны, когда партизаны, солдаты находились долгое время в этих сооружениях. И вот подземелья, они наслаивают на себя, как слоеный пирог, вот эти исторические события. То, что находится под землей, не очевидно. Поэтому, конечно, меня когда-то в подростковом возрасте заинтересовало подземелье именно своей загадкой. То есть это параллельный потайной мир. А потом, постепенно спускаясь туда, наблюдая закономерности, которые там происходят, я увлекся историей, и вот мое увлечение сформировало мою профессию. Причем самый интересный факт такой, что до чего рука человека не докоснулась или не дотянулась. Всегда это интересно любому человеку. Даже если он будет говорить, что ему это не интересно, он обязательно соврет, ему всегда будет это интересно. Но чаще всего люди туда не отправятся, им проще ознакомиться с этим, как бы увидеть какой-то фильм или какую-то лекцию. Тем более Данил лекции очень хорошо проводит. Интересно. Денис, а что вас привлекает в диггерстве? Все то же самое, что сказал Данил. Изучение подземной составляющей корней своего любимого города, да и не только. Мы же ездили не только в Рязань, мы и в Ряжске ездили, изучали ракетный космический комплекс подземный. Изучение, прикоснуться рукой к той истории, прикоснуться рукой к этим стенам, к те, которые когда-то действительно служили защитой, опорой, может быть, обороной для людей, для горожан, для в то время военных краснопогонников, не знаю как, тех людей, которые когда-то жили и находились в этих стенах, прикасаются к этой истории. Потому что история, она имеет свойство утекать. Любой метр, любой сантиметр нашей земли, он пропитан историей. Только прилетающие люди в городской суете этого не замечают и не видят. Просто бегут и спешат. Так все и пролетает. Я считаю, что мимо этого проходить нельзя. Как минимум, к этому нужно прикасаться и этим хотя бы немного интересоваться. И тогда интереснее будет и нам, и нашим будущим поколениям. Это 100%. Беда в том, что, к сожалению, мы очень часто не ценим и не любим свои истории. Более того, мы стыдимся своей истории. Так было, когда к власти пришли Романовы. Они стыдились некоторых моментов в истории Рюриковичей. Так было в советское время, когда стыдились царской романовской истории. Так происходит сейчас, когда мы часто стыдимся советской истории. В истории вообще нет такого понятия, как стыдно. Это было. В истории нету сослагательного наклонения. Как могло бы быть, а что было бы, если бы какой-то исторический герой поступил иначе. Поэтому историю нужно ценить как тот опыт, который наша культура пережила, и благодаря которой она сформировалась именно в таком виде. И мы обязаны знать и любить свою историю. Вы диггер с большим стажем. Вот как раз-таки про обмен опыта хотелось спросить. То есть чему вы научили других или какие уроки сами приняли? Ну, во-первых, я занимаюсь в основном историей Москвы, поэтому, конечно, я могу показать Москву с той стороны, с которой ее не увидят обычный турист, приехавший в Москву. Во-вторых, если я приезжаю в Париж, я сталкиваюсь с теми моментами, которые я не могу наблюдать в Москве. Ну, например, в музее «Парижские катакомбы» есть участки, где огромное количество человеческих останков. Они выложены аккуратно, косточки на косточке, череп на черепе. В Москве мы такого не увидим. Но когда я спустился в дикую часть парижских катакомб, которая не музифицирована, в некоторых участках мы шли буквально по хрустящему ковру.
То есть это только музифицированная часть находится в таком виде. А дикие сооружения, они абсолютно другие, они отличаются. Я представляю, что было бы, если бы я в Москве вдруг обнаружил какое-то помещение, которое засыпано человеческими останками, непогребенными. Вот, мне кажется, что наши духовные скрепы просто не позволили бы спокойно оставить все так, как есть, как, например, это сделали парижане. А там другая культура. А для них это совершенно нормально, когда прокапывали шахты-колодцы в эти горные выработки, пустоты, оставшиеся от добычи известняка. И в конце 17 века сбрасывали туда человеческие останки, которые эксгумировали на кладбищах, для того, чтобы можно было захоронить жертв чумной эпидемии. И вот в 21 веке до сих пор там все это так и находится. То есть для меня, приехавшего из России, это очень необычно. А для парижан это абсолютно обычно. Нормально. Да, и дело не в том, что там, значит, мы правы, они не правы, или наоборот, они правы, а мы не правы. А дело в том, что это совершенно разные восприятия. Поэтому, конечно, вот этот обмен опытом, он очень важен, когда приезжаешь, думаешь, оказывается, и так можно было. Даниил, Денис, спасибо большое, что стали сегодня гостями передачи, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.